Привет всем! Вы на канале WatchBoxes. Сегодня у нас на обзоре Casio Edifice. Вставляются в такой стандартной картонной коробке. Ну вот и сами часы. Сейчас очень популярны восьмиугольные часы. Самой популярной моделью у Casio G-Shock является модель GA2100, которую даже фанаты прозвали Casio OAK, благодаря сходству с Audemars Piguet Royal OAK. На волне успеха октагональных корпусов в противоударной линейке G-Shock Casio продолжает развивать это направление и в модельном ряду Edifice. Часы эти относятся к серии Edifice Slim Case, поэтому они очень тонкие. Толщина всего 7,8 мм. Тут стоит сапфировое стекло. То есть создается иллюзия абсолютной прозрачности. В часах кварцевый японский механизм. Есть индикация даты. С учетом такого нового размера, тонкого, компании пришлось пересобрать модуль. И результат, я считаю, потрясающий. Давайте посмотрим, как они будут сидеть на моей руке. Мне нравится. Напишите в комментариях, как вам. В часах присутствуют также светонакопители на стрелках и метках. Давайте посмотрим в темноте. Ну, светит довольно хорошо. При том, что у нас не полная тьма. На момент записи видео цена на данную модель составляет 5880 гривен, что около 200 долларов. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!